Всем привет! Сейчас посмотрим на работоспособность и наличие колонок Amphion Argon 3. Решил перезалить видео, потому что на первом видео снял колонки и демонстрацию работоспособности. Там играла техно, несколько дисторшированная. Но и видео там по звуку получилось очень неудачное. То есть решил взять обычный аудиофильский диск и записать более разборчивую, более внятную музыку с хорошо различимым голосом и инструментами. Несколько песен сейчас потестируем, не полностью, отрывками. Посмотрим вторую колонку. Надо пойти переключить песенку. Вообще все делается на телефоне, но если сейчас перейду на управление с телефона, вырубится видео. Вот с такой штучки я запускаю воспроизведение с флешки через вон тот вот усилитель Waxman со стрелочками 505S. Давайте обычный инструментал послушаем. Конечно, посредством YouTube аудиофильская акустика не тестируется. Моя задача сейчас отобразить только работоспособность и слышимость обоих динамиков в каждой колонке. Пойду опять переключу песню. Хорошая музыка, но это все долго раскачивается, долго все слушать. Акустика аудиофильская, денег стоит прилично. И деньги эти платятся не за то, чтобы на YouTube ее слушать. Поэтому хай-фай акустику по YouTube оценивать, сравнивать неправильно. У нас сейчас задача только посмотреть на работоспособность.
прибавлю громкость. Ну вот, качает, как увидели, очень хорошо. Но это и нормально. То есть колонки за $2800, сколько они новые стоили, они и должны иметь хороший запас термостойкости. И должно быть звучание достаточно отчетливое, мощное. В общем, в принципе, Афьон не очень распространенный бренд у нас в России. Вот, но, в принципе, считаю колонки удачные по качеству звучания. Есть какая-то такая специфика, но это для аудиофильских колонок нормально. Вот, но, в принципе, звучание очень интересное. Вот, и свои деньги, ну, как бы оправдывают свою стоимость. Так что, а цену вторичного рынка и тем более. Но насчет специфики, опять-таки, вон PMC стоят, они стоят там сейчас по 300 тысяч, ну и тоже со спецификой. Вся аудиофильская акустика, каждая модель в своей ценовой категории, но они на то и... Они на то и сделаны вот такими вот разными там с спецификой, потому что у каждого там свои требования, у каждого по-разному, у каждого пользователя, у каждого потребителя по-разному воображение работает. По-разному развито воображение. Поэтому у каждого свои разные требования. Вот так вот. Что касается специфики, спецификой, это я ее называю спецификой, потому что у меня как бы акустики много проходит. Вот видите, в одном углу только стоит сколько тут колонок. Это все парные колонки. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пар только колонок в одной точке прослушивания. И у каждой свой звук. Вторая колонка стоит вот в том углу. То есть все вот эти парные колонки в том углу стоят. Это я еще не говорю, то что вот по стенам, и у каждой пары, у каждой модели свое звучание, своя специфика. Вот так вот. Так что будем надеяться, что это видео по слышимости, по демонстрации работоспособности получилось более удачное, чем предыдущее. Ну, я посмотрю еще, как оно все слушается, как оно все видно. Вот. Но хотя бы должно быть более слышимое, более отчетливое, более разборчивое по звучанию видео. Вот. Будем надеяться, что вот это получше. Его добавлю в объявление. Вот так вот. В общем, колонки в наличии. Кому интересно, пожалуйста, пробуйте приобрести. Или просто за наличку, или обменом. Путем обмена попробуем договориться. Звоните, пишите. Я на связи. На этом все. За внимание спасибо. До свидания.